Оформить пенсию станет значительно проще. Постановление Кабинета министров, принятое осенью прошлого года, определило пути реформирования бюрократической системы пенсионного фонда. Одновременно проводится перерасчет пенсий. На 2,5 миллиона жителей Одесской области приходится 638 тысяч пенсионеров. И с каждым годом прибавляются новые. Реформы системы пенсионного фонда предусматривают переход на электронное оформление документов. Мы сократим до 10-15 минут для принятия документов от будущего пенсионера. А обработка документов это составит до 15 минут. В течение 10 минут сканируются все эти документы, формируется электронное заявление, которое подписывается пенсионерам. О начислении пенсии и месте ее получения гражданам сообщают по телефону. Оформить пенсионные документы теперь можно в любом отделении фонда по всей стране, независимо от прописки. В результате нового назначения проведения перерасчетов пенсии средний размер пенсии по состоянию на 1 мая у нас составил 1608 гривен среди гражданских пенсионеров и 2671 гривна – это среди военных пенсионеров. Минимальный размер пенсии составляет нас на сегодня 1130 гривен и максимальный размер пенсии, то есть свыше этой суммы пенсии не назначается, 11300 гривен. Автоматизированная система начисления пенсии уже введена в Киевской, Донецкой, Херсонской и Винницкой областях. Одесситам придется подождать до середины лета. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».